Привет всем, у микрофона Кицунеко. Мы продолжаем играть в Tales of the Black Forest, то есть сказание о темном лесе. Я тут кое-что тестил, на 18-е сохранение записывался. Мы продолжаем с 7-го сохранения. Так, это у нас... Это. Тут что? На табличке вышено... вывешено объявление. Шиканаки Мура будет снесена к концу следующего года для строительства водохранилища. То есть она затоплена будет, что ли? Жители просят держаться подальше. Август 1997 год. Комитет по безопасности Курамуричо. Курамуричо. Итак, как ты бегаешь? Я забыл. А, на Shift, вот. На Shift, на джойстике. Shift. Shift'ы тоже называются. Правый, левый триггеры. Я поставил бег. Ачивки здесь хоть и показано, ну, в общем-то, оверлей стимовский почему-то не отображается, не знаю почему. Я получил 3 ачивки. Я их вставлю, наверное, скриншотиком с ундой. Приколюшка такая, что я тут с курицей поговорил и, собственно, получил ачивку. Она убежала туда вниз. И есть какие-то дополнительные диалоги. Так. Эта деревня, здесь была курица, и можно еще подняться выше. Вот, а, погоди, не. А где у нас пугало было? Пугало. Пугало, которое пыталось нас обмануть, напугать. Типа там арбуз костями этими своими в арбузе. Вот. И вот ты снова здесь, кстати, не замечаешь, что ты кажешься мне более знакомый, чем раньше. Ты явно что-то не запомнил. Яйцо. Если правда хочешь, что с тобой кто-то говорил, ты можешь пойти по деревянному мосту в другой конец деревни. Там довольно оживленно. Неужели? Погоди, я не куплюсь на такое. Ладно, забудь. Поначалу я думала сама тебя отнести. Нет нужды, я сам могу туда подпрыгать, допрыгать. Эй! Вот, и я забыл, что можно было еще поговорить из пугала, которого мы можем направить вниз, вот сюда. Здесь у нас появились дополнительные диалоги с курицей, я вроде с ней говорил. Друзьям от самого хороший, спасибо. Мне кажется, повеселело, да. Я с ней говорил, она одно и то же говорит, пугало. Несмотря на твои странности, ты неплохой человек. Благодарю за комплимент. И все, да? Ну, вот такое. Мы получаем ачивку тоже к 100. Но она не отображается. Очень печально, но получаем. Как исправить это, я не знаю. Как-то в консоли там нужно прописывать. То есть на игру нажимаешь свойства и... Не знаю, почему появляется загрузка. Вот эти экраны, сплэш-скрины с надписью «загрузка». Не знаю, компьютер-то мощный, как бы вообще не должны. Прохода нет. И тут нет. Вообще не должны появляться. Почему фонарь один не светит? Собственно, мы выбираемся из... Ох ты. Из такого дерева сакура. Hot Star. Горячие. Это H-O-T. С аббревиатура сокращения. А вход воспрещен. Баррикадная лента разбросана по всей земле. Постеры там, CD. Тут диски продают. Ага, прохода нет. Постер фильма «Мечта». Заперто. Нарисованный от руки плакат фильма «Ночной звонок». «Ночной звонок»? Плакат фильма «Мононоке». О, «Принцесса Мононоке» вроде бы, да, правильно? Или «Мононоке». От Гибля. Прикольная анимеха. Популярный сериал «Токийский любовный роман». Это вот я уже не знаю. Такое не смотрю.
Здесь что, круглосуточный магазин, в объявлении написано, что он создается в субаренду. Что за субаренда такая? Есть что-то такое, что ли? Платные автоматы Гасяпон. Автоматы по продаже игрушек из капсулы. О, Гасяпон они называются. Наполненные разноцветными игрушками. Это такие типа... Да, яйца прозрачные, там какие-то игрушки. Может, они прозрачные. Но у нас есть такая фишка. Какие-то в магнитах продаются там. Попрыгунчики эти. На телефонном столбе выше нам вывешено несколько плакатов религиозных групп. Конец близок, присоединяйся к нам. Дверь к счастью. Опа, видали, вот так вот можно было и прочесть. А с деревом она никак не взаимодействует. Здесь... Угу. Прохода нет, не скажешь нам? 2 метра. Туннель Шиканаки находится под угрозой обрушения. Пожалуйста, держитесь подальше. А в ведре есть что вкусное? В помойках, вот всегда в таких играх, в помойках находишь всяческие штуки интересные. А что за, смотри, много-много всяких штук на них наклеено? Какие-то листовки. Очень странно. Зачем мне сюда? Ну, тут, блин. Так, сюда я не смог пройти. А, погоди, смог пройти. Хорошечно. Сейчас мы сначала все тут изучим. О, какая-то бухнина. Винные бутылки ждут переработки, и от них исходит слабый запах вина. А я думал, мы сейчас к велосипеду подойдем. Несколько разбитых винных бутылок. И это все, да? Получается. А сюда я смогу зайти, нет? Я еще недостаточно взрослая, чтобы пить. Ну и не слишком молода, чтобы не пить. Тут уже... Дело такое. Старые книги и газеты. Горячая серия манги Джо-Джо. Джо-Джо. Я слышал много всякой штуки о Джо-Джо. Ностальгический логотип книжного магазина. Точнее, слышал звон. Заперто. Фунэва Аму Шотен. Книжный магазин «Большой пассаж». Часы работы с 10 до 7 вечера. Ага, опять указатели. Кошки на нем нарисовано. Объявление, слово, на котором размылись слова. В последнее время в Курамори Чо произошли многочисленные случаи пропажи людей. Жителей и туристов просят держаться подальше от пустых переулков. Март 77 год. Комитет по безопасности Курамори Чо. Джо-Джо, а Джо-Джо я слышал звон, но не знал, где он. Собственно, видел всякие какие-то гифки полуголых мужиков каких-то непонятных. Полураздетых. Полуодетых, может быть. Даже так, да, как. Уведомление о предстоящих работах по сносу в деревне Шиканаки. Шиканаки Мура будет снесена к концу следующего года. Для строительства водохранилища жители просят... А, ну мы это читали. Уже. А что ты не... Вроде бы села, как не? А, во, села. Ничего нажимать не надо. Не пойму, то ли она стоит, то ли сидит. Ну да ладно. О, я головой мог это крутить, смотри. Как-то влево, вправо там. Ладно. Пустой бак. Блин, пустой. Уже кто-то до меня уже кто-то залутал бак. Печалька. Это дом, про который говорила Тамасаки-сан? Так, постой. Погоди, постой. Просто побудь со мной. Итак, мы что делаем? Мы делаем следующее. Сохранение 8. И погнали посмотрим вот сюда. Мы идем туда, куда не надо. Так ведь? Дальше слишком темно. Для начала нужно осмотреть это место. А у меня есть фонарик. Нет, нам сказали. Но это опять... А здесь у нас получается, как бы мы поднимаемся наверх, да? Да, баскетбольная площадка, мячик может упасть вниз, ну капец какой-то. Ясно, смотри, здесь какие-то объявления, А, она сказала, в почтовом ящике ключи будет. Кто-то живет внутри, нам сказали, да, светится он... Свет в окне? Свет проникает через окно. Дверь плотно закрыта, она же ключи вроде как нам дала, не? Ключ от жилища лисы.
Ну? А почему нет? Почтовый ящик забит листовками и пыльными письмами. Кто их напылил-то, письма эти? Пара писем адресованы мне? Они идут от Тамакаси-сан? Ну, это девочка-лиса, которая... Что там написано? Кирита. Киритани. А как у нее как-то ник вот этот сокращался в какой-то в первой серии, да, когда мы с ней познакомились? Ее не Киритани звали, ее как-то она ее по-другому называла. Именно вот здесь вот наверху было написано. По-другому. Китани, что ли? Тамасаки-сан пишет, что у нее все хорошо в Токио. И она приглашает нас приехать погостить. Токио. Не Токио, а Токио. Токио. Она организует нашу поездку? Было бы прекрасно, если бы Тамасаки-сан оплатила все расходы. Чего у нее глазища такие выпученные? Так ты уже опубликовала две книги. Разве они не принесли тебе много денег? Кому она вопрос-то задает? А, ну это писательница наша. Кихара-тян, пожалуйста, не говори о таких важных вещах. Чё-то она какая-то мутная, это этот голубь, блин, Кихари. Ой, Кираха, как это, блин, имена почти одинаковые. В почтовом ящике есть замоченная скважина, которая подходит к ключу, который дала нам Тамасаки-сан. Возможно, то жилище, о котором она упоминала, находится в этом ящике. В смысле в этом ящике жилище находится? Это жилище, о котором говорила Тамасаки-сан? Она действительно в таком маленьком почтовом ящике? А окошко там куда выходит, мне интересно знать. Я слышала, что некоторым юкаям нравится жить в мире людей, но вот встретить их они боятся. Поэтому они часто устанавливают магические барьеры в примечательных местах в человеческом мире, например, в промежутках между столами и стенами, картинами и шкафами. Размеры таких мест могут показаться небольшими, но на самом деле это совершенно другие миры. Поняла. Здесь есть плита! Я наконец-то нашла место для написания своей рукописи. В смысле, какая плита? Стол, в смысле? О, превратилась, смотри. Нормально. Ты можешь превращаться в человека в любой момент? Ну, я слабая, мне тяжело передвигаться. Будучи голубем, это делать немного легче. Слово на блокноте. Так, слышу, голубем она говорила по-нормальному, да? По-человечьи, а тут она... Через блокнот общаются. Что? У меня есть вопрос. Мы впервые встретились, когда я неосознанно использовала Неншу и вернулась в 95-й год. Может быть, ты уже была на станции 3 года назад? Кихара, человек, которого ты видишь сейчас, это тот же человек, которого ты видела тогда. Я всегда была в том же времени и пространстве, что и ты. У нас одно и то же проклятие и одинаковые судьбы. Нэнш позволяет им переплетаться. Ты имеешь в виду, Нэнш имеет какое-то отношение к проклятию? Скорее всего, в любом случае, мы можем получить ответы, когда попадем в городской театр Курамори и избавимся от проклятия. Мне некогда с тобой болтать. Я должна заниматься рукописью. Делай, что должна. А я пока осмотрюсь. Ага, смотри, приставка какая-то у нее есть. А, это у нее, кстати, Nintendo 64. Новая игровая консоль. Так, в ведре ничего нет вкусного. Печалька. Что здесь? Календарь на февраль 96 года. Сейчас же еще не зима, но внутри дома холодно. Это потому, что эта квартира застряла в феврале 96-го? Не двигаются. Ну, понятно. Время здесь остановлено.
На тумбочке несколько детективных романов. Тамасаки-сан тоже любит произведения Кобаяши-сена. Они же, кстати, об этом что-то говорили между собой. Кажется, раньше я уже видела похожее место в Лисьем лесу. Связано ли это измерение с ним? Ой, смотри, я могу поспать. Все, мы наспались. Гляди-ка сверху. Коте довольный, какая-то матрешка непонятная. Кактусы тут. Кондишн даже есть. Чайничек. Можем испить чайку. Это как штука называется? Тофу, тоху. Не помню, тофу это сыр. Вроде бы. Короче, как-то эта штука называется. Они туда теплая сверху это. Стелятся. Или снизу. А стол сверху ставится. И зимой они, короче, ноги туда залазят туда. И там тепленько, типа. Колонка в вестник Курамори. Репортаж об инциденте с газом в Курамори-чо. 20 апреля десятки людей погибли в результате газовой атаки в токийском метро. Но это мы же смотрели. Группа Синритингоку. А в 9 октября произошла газовая атака в поезде города Курамори-чо. По словам выжившего в движущемся поезде, двое членов Синритингоку использовали баллоны, которые содержали специального изготовления токсический газ. 5 пассажиров, проводник и оба террориста погибли. 11 октября произошла газовая атака в Курамори-чо Гёкидзё. А, это полностью колонка вся. Там-то что-то она как-то у нас была оторвана, разорвана, расплывчато. И, кстати, нам вот эта девчонка Лиса сказала, говорит, читаните, говорит, у меня там вырезки газетные есть. 11 октября произошла газовая атака в Курамори-чо Гёкидзё. Шел дождь, и член Синритингоку выпустил ядовитый газ на крыше театра. Этот газ смешался с дождем и залил прохожих снизу, что привело к 4 смертям и десяткам раненых. Полиция установила, что обе газовых атаки были спланированы и осуществлены фанатичными последователями Синритингоку. В настоящее время полиция арестовала большинство ее членов, а некоторых до сих пор находятся на свободе. Чтобы предотвратить дальнейшие газовые атаки, полиция усилила патрулирование и попросила жителей своевременно получить свое руководство по технике безопасности в отношении опасных газов и немедленно сообщить полиции, если они увидят кого-либо подозрительного человека. Социологи отметили, что деятельность Синритингоку стала более распространенной в Курамори-чо, и это напрямую связано с нынешним упадком этих окрестностей. После экономического кризиса правительство Курамори-чо так и не смогло разработать план восстановления. Уровень безработицы остается высоким, и преступная деятельность процветает. Недавно многие люди из семей жертв и жители города пришли в городскую администрацию, чтобы выразить свой протест по собственной инициативе. Мы продолжим вносить изменения по мере их поступления. Ноябрь 95 года. Вот так-то вот оказывается, да? Коллекция музыкальных альбомов в группе Light Lover аккуратно разложена перед радио. Маленькие любовники, любящие, малолюбящие, или как они там, Little. Книга Моти. Традиционное японское новогоднее украшение. Что? А, Кагами Моти. Кагами шкаф. То есть мы сейчас находимся в почтовом ящике. Плита испускает глубокое пламя. А если туда кто-нибудь залезет? Мы же туда попали как человек. Типа, если ключом не откроешь почтовый ящик, но он реально висит на чьей-то из двух квартир, либо левой квартиры, либо правой. Соответственно, наверное, правой. Но в правую никто не снимает, и он скажет, а что, типа, вот тут я не могу открыть свой почтовый ящик. Типа, поменять его или дайте мне ключ, попадет сюда, в это измерение. Плита испускает голубое пламя, да? И что? Короче, надо сейчас эту штуку мучить, да? Отличная работа, Кератян. Теперь, пожалуй, отдохнем немного.
Я разобралась с правилами Ньенши в блокноте, поэтому ты можешь обратиться к нему, если у тебя появятся вопросы. Получены правила Ньенши. Итак, первое. Ньенши может считывать и восстанавливать воспоминания в электроприборах, и пользователи могут свободно перемещаться по этим воспоминаниям. Второе. Приборы, используемые для Ньенши, должны быть в рабочем состоянии. Третье. Ньенши также можно использовать на других электроприборах, которые находятся в той же зоне. Четвертое. Воля пользователя будет определять активацию и эффективность Ньенши. Угу. В описанных ситуациях Ньенши будет активироваться сам по себе. Пятое. Используемые для Ньенши электроприборы будут перемещены из путешествия в прошлое. Шестое. Измерения, сделанные благодаря Ньенши в прошлом, также повлияют на настоящее. Седьмое. Пользователи Ньенши могут переместить с собой других участников. Восьмое. Количество людей и промежуток времени будут влиять на эффективность Ньенши. В смысле эффективность? Ладно. Девятое. Если процесс активации Ньенши будет прерван, это будет иметь непредвиденные последствия. 10. Ньенши не способна предотвратить смерть. Вы можете открыть вкладку «Предметы» в меню игры и снова прочитать правила. Смотри, прикол. Предотвратить смерть. Но если написано, что мы если что-то меняем в прошлом, то в будущем оно тоже меняется. И мы... Вот помните, мы, получается, с собой в будущее вот эту девку лису взяли? И как бы олень уже говорит, типа, свадьба была сорвана, лисья. И так и не нашли сбежавшую эту, ну, невесту-то. А до этого олень нам, он вспоминал, типа, говорил, да, типа, лисья свадьба была, все дела. То есть, если по поводу смерти, да, предотвратить смерть нельзя. А что за противоречия такие? Смотри, допустим, мы того, кого убьют, да, мы вернемся назад, возьмем его с собой в будущее, просто перенесем и все. Вот так вот. Ну, типа, вот у нее мать умерла, да? Там в аварию попала. Можем предотвратить же эту катастрофу. Вот так вот. Или сказать не ехать. И у нас уже будет мама жива. И мы будем жить уже по-другому. Не уходи слишком далеко, если захочешь погулять. А, то есть нам можно погулять, да? Можно еще разочек почитать, чего мы не хотим делать. Погнали. Угу, котейка появилась. Смотри, ну явно вот этот почтовый ящик, он как бы на двоих, да? Как-то, может, разделен на две части. Судя логике. Давай сохранимся еще разочек. Тоже на восьмерку. Так. Тут мы везде были, здесь странный код. Туда нам нельзя, темно, да? Хорошо. Это черный код, которого я встретила на станции Шиканаки. Слушай, мы сейчас можем с животными, кстати, говорить. Помните, мы с оленем разговаривали? И курицу понимали. Курица говорила с акцентом. О, мы снова встретились с ним, а? Ну, привет. Ты понимаешь, что я говорю? Да. Из-за некоторых тяжело объяснимых причин. Кстати, ты вроде что-то мне хотел сказать, когда мы впервые встретились. Я хотел предложить тебе выпить, потому что я никогда не встречал настолько милую Камасуме Тён. Бухнуть с котом? Мне жаль, но я не понимала, что ты говорил. Я недостаточно взрослый, чтобы пить алкоголь. Нынешние девушки такие скучные. Как же это легкомысленно. Ты приехала в Карамори посмотреть достопримечательности? Я приехала посмотреть Комори Чогюкюдзё. Зачем тебе он? Не. Есть причины. Причины не важны. Там очень опасно. Не. Няк. Там есть переулок плачущего дождя. Прямо перед Комори Чогюкюдзё. Если идет дождь, то из обычного он превращается в кислотный. Если пойдешь туда сейчас, тебя заживо разъест. Ня. Плачущий дождь? 3 года назад рядом с театром произошла газовая атака. Помню, что в тот день шел дождь.
один сумасшедший из какой-то секты забрался на крышу театра, чтобы выпустить ядовитый газ. Этот газ смешался с дождем и залил прохожих внизу. Много людей тогда погибло. Это было по-настоящему пугающе. Так. Хотя от газа позже избавились, мстительные духи тех невинных жертв, которые трагически погибли, продолжают околачиваться возле театра и рыдать, словно до сих пор чувствуют ту ужасную боль. Эта сильная боль вместе с плачем превратилась в разъедающий плачущий дождь. И зонтик тут не помешает, не поможет, няк. Так что ты никуда, никак туда не пойдешь, пока дождь не закончится, няк. Няк и няк. А нет другого способа попасть в театр? Ну, если ты настаиваешь... Владелец кофейной «Лесной кот» знает способ избежать разъедания под проливным дождем. Кофейная «Лесной кот»? Хозяйка очень способная. Она определенно знает способ. Знаешь, где эта кофейня? В темном переулке. В конце этого туннеля. А где ня? Поняла. Большое спасибо. Камасуметян, ты уверена, что хочешь выпить? Что не хочешь? Камасуметян, ты уверена, что не хочешь выпить со мной? Прости. Ладно, я вижу, что тебе нужно сделать кое-что важное, поэтому не буду настаивать. Спасибо. Котеечка нам не дает пройти. В этом городе стало меньше симпатичных девушек. Но официантка в кофейне «Лесной кот» очень милая. К сожалению, эта девушка еще холоднее, чем ты. Сомневаюсь, что если она улыбнется, то от нее оторву кусок плоти. Хрена себе сравнение. Что ж, тогда позволь мне проводить тебя. Здрасте-то какие. Хорошо. Где наш фонарик? Музыка прикольная. Котики! Кошачья кофейня. А что за знаки вот эти вот, я не понимаю. Глава вторая. История про странствующего кота. Ах, долгое время у нас не было посетителей. Добро пожаловать в кофейню «Лесной кот». Извините, это вы босс? Я официантка. Босс внутри. Разве сейчас кофейня не работает? В последнее время дела идут не очень хорошо, поэтому мы бездельничаем. Мы надеемся, что вы сможете поддержать наше скромное заведение, если это возможно. Ладно. К слову, есть ли в этом месте магический барьер? Есть. А вы неплохо осведомлены, мэм. В конце концов, экономика сейчас в плачевном состоянии, поэтому мы установили барьер, чтобы снизить расходы. Это котеечки, да? Просто ухоженный бонсай. В Японии у нас котейки говорят мяу, а в Японии они ня, мяу, ня, мяу, 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 мяу. Вот так вот. Это типа считается милым. У них специальное предложение на ограниченное время. Карамельный макиато и черничное мороженое моття.